Окей, хорошо. У нас с вами урок номер два. Школа G12. Записывайте название второго урока. Урок второй называется «Развитие ведения». Первый урок был, это было у нас, знаете, сила ведения. Мы с вами говорили, что это такое. Мы говорили о силе ведения, мы говорили о некоторых моментах. Очень серьезный урок был, так как был как первый фундаментальный урок. Второй урок – это развитие ведения. Урок номер два. Сегодня мы поговорим о трех элементах, по которым развивается ведение. В конце этой школы у вас будет полностью законченное ведение. То, что вы прошли, все эти моменты будут у вас лично иметься. И потом вы можете даже учить здесь, кстати, и все контрольные работы, все вопросы, все здесь будет. Полная школа. Я сейчас сижу, беру время, печатаем это все, отрабатываем и делаем для вас. Чтобы потом, когда у вас будут домашние группы, у кого уже есть, и у остальных, у всех они будут, чтобы вы могли конкретно развернуть конспект и даже свою команду, свою домашнюю церковь проводить по конспекту, чтобы вы могли конкретно учить. Амин. Потому что у Иисуса было, знаете, как два было направления. Он делал чудеса, и вторая вещь, он учил. Он исцелял, он делал чудеса, он много чего совершал. И второй аспект, очень сильный, который присутствовал, практически он занял 50% времени, буквально половину времени, половину жизни Иисуса, я имею в виду жизни сознательной, когда уже после 30 лет Бог его начал использовать. Ровно половина его жизни была занята учением. Он учил. Хорошо, три элемента, чтобы развить ведение. Записывайте номер один. Принять ведение по вере. Три элемента, чтобы развить ведение. Элемент номер один – принять ведение по вере. Мы должны принять ведение по вере и не ждать никаких сверхъестественных откровений. Первое заблуждение, которое существует уже очень много лет, это то, что христианин после его рождения свыше должен получить какое-то особое пророчество, какое-то особое наставление свыше. И мы ждем пророков, мы ждем каких-то откровений из книг. Кто роется в книгах, перечитывает тонны книг. А вот, может быть, что-то я особое прочитаю, и это в мою жизнь придет и изменит всю мою жизнь. И вот что-то, может, проповедник какой-то скажет, и это захватит меня. Может, какой-то евангелист приедет и конференцию такую сдаст классную, и все-таки я войду в мое призвание. Может быть, может быть, может быть. И все это оставляет. Бог, поверьте, запомните одну такую вещь. Бог никогда не оставляет все на случай. Вы понимаете меня? Если Бог сказал, ты спасен, ты не говоришь, что может быть я спасен, может быть не спасен. Ты знаешь, что ты спасен. Значит, если я спасен, значит у меня уже есть цель от Бога. Я не должен ее, я не должен цель от Бога искать. Вы все со мной? Я не должен рыться, я не должен что-то выкапывать. Значит, это уже все из Библии. Мы просто должны принять ведение по вере. Взять его. Окей? Вот это самый важный аспект, номер один. Именно развитие ведения. Как развить ведение? Как мы говорили с вами о силе ведения, что это такое, как это движется. Сейчас развитие ведения. Вот окей, я человек, и вон там ведение. Как мне его взять? Сегодня мы с вами насчет этого поговорим. Первая вещь, которую я принял, ко мне, на меня ничего сверхъестественного не сходило. По мне мурашки не бегали, коликов не было, никаких снов мне не снилось. Пророк не приходил ко мне и не говорил, так, Сын Божий, так говорит Господь. Не было этого. И не ждите этого в своей жизни. В Библии уже все написано. Ведение принимается по вере. Мы просто верим, что Бог есть. Мы верим, что мы спасены. И мы верим, что ведение уже существует. Мы просто его принимаем. Другими словами, когда мы с вами становимся христианами, у Бога, когда мы рождаемся свыше, у Него уже все совершилось. Когда Он умер на кресте, Он сказал «совершилось». Окей? То есть, все уже закончено, все завершено, тебе не нужно теперь все оставаться на какой-то случай. Вот может быть, через 5 лет я получу мое ведение. Может быть, через 15 лет я получу мое ведение. Написано «от недостатка ведения».
гибнет народ мой. Вы слышите меня? Потому что люди не понимают, что ведение, то есть цель, то есть направление уже давным-давно Богом заложено. И Он не написал всего, а вот цель и ведение оставил на случай, на какой-то особый случай. Мне нравится, знаете, мне нравится, даже неверующие люди насчет вот этого. Когда они принимают что-то по вере. Я заметил, что у неверующих людей насчет жизненных вещей намного веры, чем у христиан. Когда они начинают строить дом, они просто говорят, мы будем строить дом. Христианин, когда начинает строить дом, он говорит, я пойду у Бога воли спрошу. Есть ли воля Божья, чтобы я построил дом? Есть ли воля Божья, чтобы я ехал туда? Есть ли воля Божья, чтобы я ехал туда? Слушай, начни что-то делать для Иисуса. Вы слышите меня? Просто начни. А если я ошибусь? Даю гарантию, ошибешься. Гарантию даю. 125% даю тебе гарантию. Ошибешься. Не было ни одного евангелиста. Один единственный Иисус ни разу в жизни не ошибся. Потому что Он есть Бог. Все, начиная от Его самых любимых учеников, заканчивая нами с вами, вот здесь, в этом времени, спустя больше 2000 лет, все ошибались, ошибаются и будут ошибаться. Но ошибка – это не есть несовершенство. Ошибка, она просто, как вам сказать, что делает, знаете, как я иду по жизни так, путем, как она называется, элиминация. Знаете, я просто убираю, например, как мы играем в крестика-нолика, знаете, да? Поле. Крестик, нолик. Я смотрю, где мне крестик поставить. Крестик. Я движусь так. Я смотрю, открытая дверь. Помните, как Павел говорил, я вижу дверь, отверстую широко, и противников много. Помните, как Павел и Сила, они поднялись и, помните, как его муж, когда им приснился этот, они хотели идти, куда они хотели идти, напомните мне. А? Да, нет. Македонянин, да, муж македонянин, говорит, приснился мне. Они встали и пошли, в какой город они пошли проповедовать? Я вот не помню точно, это мне сейчас пришло, мне надо быстренько, а? Нет, они пошли проповедовать в одну сторону, и потом им приснился муж македонянин, помните, в Деяниях? И сказал, иди, и они почувствовали, что они должны идти в другой город. О чем я говорю? Мы потерялись, да, наверное? Потерялись, нет? Нет? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Я просто, знаете, иногда вещи в голову тебе приходят, и нет времени сейчас в Библии искать их. Я просто говорю вам, что вы знаете, что делал Павел и Сила, да? Они просто поднимались и шли проповедовали в любой город. Знаете, куда они не шли? Там, где Бог их останавливал. Вы слышите меня? Мы с вами должны идти везде и всегда. А если это не Божья воля, Он тебя остановит. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы вы поняли, что... А что мне делать? Вставай и начинай проповедовать Евангелие. У тебя, у каждого из вас уже есть человек, хотя бы один, который будет вас слушать и слушает, может быть, даже сейчас. Вот это самое лучшее начало. Ведение я хочу сразу разрушить. Знаете, почему я прыгнул на этот момент? Я хочу сразу разрушить вот эти вот пятидесятнические откровения. Баптистские копания и харизматическую духоманию, которая говорит, что вот что-то кто-то дунет, прикоснется. Понимаешь? И у каждой деноминации есть свое достижение этих вещей. Один роется, думает, что он своим разумом познает и достигнет. Другой говорит, нет, я вообще ничего не буду делать. Вот как придет пророк, вот так и пойду. И другая категория людей, которые все принимают, все у них в духе. Я даже не хочу трогать эту категорию, опасно. Все в духе, непригодные для земли. Я их так называю, категория. Христианство очень просто. И без чьей-то помощи там невозможно заблудиться. Еще раз повторю, христианство настолько просто, что без чужого вмешательства там заблудиться невозможно. Читай Библию и поступай. А как? А помазание? А вот так. Мы взяли, никто не знал, когда мы начинали энкаунтеры, когда мы начинали вообще все. 5-6 человек. Маленькая группка.
Никто не знал, будет помазание, не будет помазания, будут исцеления, не будет исцеления. Мы просто сказали, нам все равно. Мы берем и делаем. А по дороге разберемся. Это Его воля. Мы же не открываем клуб или притон. Вы все со мной? Мы должны знать. И потом глубоко я гляну в свое сердце, мои мотивы. Я задал себе вопрос. Каждый из вас должен научиться задавать себе тяжелые вопросы. Для чего я это делаю? Для моей выгоды? Да нет. Никто не захочет поститься сутками, неделями. Нормальный человек не сможет. Окей, номер второй вопрос. Что твое тело выиграет из этого? Да ничего. Тот уикенд, который я мог бы провести с своей женой, с детьми, я провожу эти уикенды на энкаунтере, потея, молясь, полностью выкладывая свое здоровье. Окей, я ничего не ловлю здесь. Что я ловлю в духе? О, в духе я ловлю все. Во-первых, это сеть. Я вытаскиваю. Я смотрю, Господь, чистый мотив. Классно, вперед. А если не получится, well, начнем что-то другое. Я вам серьезно говорю, что самое главное, что нас держит от совершения Божьей воли, это страх ошибиться. А что подумают о мне люди? А какая кому разница? Мне абсолютно все равно, что скажут обо мне люди. Они говорили, говорят и будут говорить. Собаки лают, как говорят, да, а караван идет. Самое главное, чтобы шел караван. Я хочу, чтобы с самого начала вы поняли, что ведение берется по вере. Я верю, я беру и я начинаю делать. Я начну с маленького. Самое главное, родные мои, начните с чего-то, с чего-то. Ведение принимается по вере. 1 Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стих. Вы знаете это место? Я знаю это место, я вот часто о нем говорю. 1 Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Еще раз прочитаю. 1 Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». То есть, уже давным-давно зов сделан. И Иисус написано, «Ибо так возлюбил Бог мир». Вы знаете, когда мне Бог открыл вот этот стих, мы его все знаем с вами наизусть, Иоанна 3:16, с детства нас учат этому стиху, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир. Ибо так возлюбил Бог мир. Он не возлюбил христианство. Он не возлюбил что-то хорошее. Он возлюбил мир, родные мои. Он возлюбил темень, мрак, кошмар. Какое право мы имеем с вами чуждаться мира? Вы все со мной? Ибо так Он возлюбил мир. И когда мы поймем с вами, что Он возлюбил мир и послал Своего Сына, дабы всякий, исповедующий имя Его, то есть спасшийся через Бога, не погиб, но имел жизнь вечную. В Божьем ведении человеческий разум не должен преобладать, но только вера. Вот здесь немножко будет ауч. Потому что весь наш разум, весь наш интеллект, он будет говорить нам, ты идешь не туда. У тебя нет финансов, у тебя нет помощи, у тебя нет ничего. У тебя нет ничего, за что можно схватиться, за что можно взяться. У тебя нет ничего. У тебя есть только одна вера. Без веры Богу угодить что? Невозможно. Знаете, как у Бога можно угодить? Когда ты встанешь и говоришь, я верю только в тебя. Когда у меня нет ни финансов, ни поддержки, все против меня. А я все равно иду и буду делать. Потому что я желаю, Господь, чтобы твое имя прославилось. Вот это Бог говорит, вот это мое дитё. Когда у тебя будет все возможно для открытия того или открытия того, это не вера. Вы понимаете? Вера – это уверенность в невидимом, осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом. То есть, что-то, что не видно, то, что мы не понимаем, не видим, но мы хотим его, чтобы оно материализовалось. Я хочу увидеть в одно время тысячи на коленях. Наша нация в Америке, где все дают прогноз, что русских церквей больших здесь не может быть. А я хочу вам говорить, будет здесь русские церкви больше, чем американские. Таким количеством, какие наши церкви здесь будут, американцам даже не взяться. Но я вам говорю, что мы возьмем, мы дойдем им до американцев также. Это наша стратегия номер два. Сначала мы должны прийти сюда и позаботиться о нашем народе. Вы все понимаете? Мне так прискорбно, когда приходят люди, уходят из церкви, из русской. Не хочу я с этими рашиками ничего иметь. Рашики. Тьфу. Ну да, сам точно такой. Знаете, с того же колхоза, я имею в виду, с того же прихода. Там, знаешь, купил себе Мерседес, одел кожаную куртку и думает, что он, знаете, ну, уже, ну, не рашек. Новый. А, понимаете? И уходит в американскую церковь, и я здесь буду трудиться Господу. Это называется дезертирство, предательство. Вы все со мной? Если тебя Бог призвал трудиться американскому народу, о, это другой вопрос. Но когда ты говоришь, у них все равно с ними ничего не сделаешь, а ты пробовал? А кто-нибудь вообще пробовал вымолить у Бога многотысячную церковь, огромную церковь? Кто-нибудь вообще пробовал стать в пролом, стать в духовную брань до тех пор, пока это не родится? А мне вот интересно посмотреть. И я знаю, что если мы станем в пролом, мы достигнем, чего мы только хотим, только по Его воле. А я знаю, что Его воля, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Значит, мы на правильном пути. Но мы не сможем увидеть с вами нацию на коленях, пока мы не станем на колени. Вы слышите меня? Пока те, которые хотят занять позицию служителей, не станут на колени и не скажут: Господь, я принимаю твой вызов. И что бы в моей жизни не было, я возьму это знамя победы, я возьму эту веру. Пусть она мне достанется так тяжело, я возьму ее. Никто тебе не обещал легкого пути. Никто не обещал тебе пуховую перину. Никто не обещал. Все, что Господь обещал, это венец. Но Он сказал: побеждающему я дам венец. Побеждающий наследует все. Это значит, что тебе придется победить один или два раза. А может быть, даже и 22 раза. Но в основном где-то 20 миллионов раз. Каждый день. Те, кто из вас приближаются к Богу, вы понимаете, о чем я говорю. Чем ближе ты к Богу, тем яростнее сатана обозляется на тебя и ненавидит тебя и делает тебе всякие вещи в твоей жизни. Раньше в твоей жизни не было таких атак. Гарантию даю. Сейчас у тебя они будут такие, что раньше и не было никогда. Почему? Потому что ты попал в правильное место. Ты начал слышать правильные вещи. Дьяволу не хочется этого. И он атакует тебя через все, что только можно. В Божьем ведении человеческий разум не должен преобладать, но только вера. Разум, он помешает. Разум, если ты будешь полагаться на свой разум... Нет, это все мы продолжаем принять ведение по вере. Лука, 1 глава, давайте откроем, 28 стиха. Лука, 1 глава, 28 стих по 35 стих. Смотрите, интересно, как мать Иисуса, Мария, приняла по вере ее ведение и цель для ее существования. В Божьем видении человеческий разум не должен преобладать, но только вера. Лука 1, 28, 35. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое
наречется Сыном Божьим. Смотрите, что интересно получается. Она говорит, как это может произойти? Ангел говорит, вот, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Мария не села и сказала, окей, ангел, хорошо, нарисуй, как это будет происходить. Ну, чтобы я понимала. Ну, как это? Что-то меня осенять здесь будет. Как оно меня осенит? А это приятно будет? Вы понимаете, о чем я говорю? Покажи мне, вот как вот он меня осенять сейчас будет, ангел? Сила Божья, Дух Святой. Как вот это все осенит меня сейчас? Она не пыталась это понять разумом. Она говорит, в рот раба Господня да будет мне, что? По слову твоему. Вот так и мы с вами, когда мы с вами попадаем в семью Божью, и мы знаем, что мир лежит во зле, и две силы воюют на земле за души, не за телевизор, не за машины, не за бизнес, не за дома, они воюют за души. Дьяволу не нужна твоя машина. О, дьявол меня атаковал, колесо пробило, деньги все забрал. Что дьявол купит за твои $5? М? И где он скупится за твою штуку? В Гудвилле. Колесо пробил. Зачем ему твоя машина? Он что, куда-то ехать собрался? Родные мои, это все сделано, чтобы тебя уничтожить. Вы слышите? Вы есть поле битвы. Все это вещи, через которые он тебя атакует. Он не атакует твою машину, он атакует тебя. Он не атакует твоих родственников, он атакует тебя через твоих родственников. Окей? Это все сделано, чтобы забрать у тебя все это. Это его тактика, это его всю жизнь была, всю жизнь его методы были. Мы должны с вами принять ведение по вере. То есть мы знаем, что мир лежит во зле. Дьявол делает, что он хочет. И должна встать какая-то сила. И если бы это зависело от Бога, если бы это зависело от Бога, окей? То вот задайте такой себе вопрос. Если бы это зависело от Бога, я имею в виду спасение, я имею в виду сейчас на земле, спасение мира. Почему так много грязи на земле? Почему так много разрухи на земле? Почему насилие, грабеж? Почему столько грязи на земле преобладает? Ну как же, написано же, Господня земля и все, что наполняет ее. Не Господня ли земля? Но почему дьявол творит, что он хочет? Почему он делает, что он хочет? Потому что кто-то не исполняет сторону свою. Вы все со мной? Кто-то не исполняет свой договор. То есть Господь наш, Он сделал все, что зависело от Него, родные мои. Все. Он ничего больше не может сделать. Ничего. На твою волю Он не сможет повлиять. Он не сможет тебе какие-то свыше откровения давать. Все уже написано, все сделано. Если Господь еще тебе что-то свыше скажет через проповедь или через какое-то, может быть, сновидение или видение, слава Богу. Но ни в коем случае не опирайся на это. Окей? Не опирайся на случай, не опирайся. Некоторые люди живут на пророчествах. Некоторые люди живут на каких-то откровениях. Я живу на одном единственном откровении. Вот мое откровение. Вы все за мной? Единственное. Все остальное, как же? Нам же нужны пророчества. У меня уже есть вернейшее пророчество. Все со мной? И это пророчество не говорит. Знаете, мне Бог сказал, был такой случай был, тоже лет, наверное, 10 назад. Так говорит Господь, ты должен приехать в таком. Но я уже знал, я приехал, и у меня уже после моего приезда такое пророчество было. Слава Богу, это твое место. Я так думаю, интересно, наверное, пророк от Бога. Потому что я-то слышал те же самые слова. Я знаю, что я здесь по воле Божьей. Потом какой-то конфликт произошел. Так говорит Господь, ты должен убраться из этого города, это не твой город. Мы со Светой сидели, умирали со смеху. Да никуда мы не уедем. Бог поменял свои мысли. Упс. Ошибся, говорит Господь. Серьезно? Это люди, которые пользуются авторитетом Божьим. Поэтому я сразу говорю, что есть пророчество прекрасное, есть вещи, которые... Но Господь не занимается, знаете, вот эти подматрасными пророчествами. Бог не занимается вот этими пододеяльными сновидениями. Вот сестра видела. Вот она видела. Что же она видела? Не хочу я видеть, что она видела.
У меня есть слово, у меня есть пророчество, по которому я живу. Родные мои, вот это невозможно сдвинуть, вы все со мной. Невозможно поменять, невозможно поколебать, невозможно остановить. Если мы с вами действительно поймем, что вот это такое, дьяволу места мало на этой земле будет. Но нам надо перестать двигаться лозунгами. Нужно начать жить, так как мы проповедуем. Евреям 11.1. Я уже говорил с вами насчет этой темы. Еще раз освежу. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. То есть ты ожидаешь домашней группы. Ты ожидаешь какого-то служения. Что ты можешь сделать сейчас, сегодня или завтра, проснувшись рано утром, что продвинет тебя на один шаг ближе к твоему призванию? Или к тому, что ты думаешь, что это есть твое призвание? А вдруг я ошибусь? Я уже говорил, еще раз говорю, ошибешься. Будет, фактор человеческий всегда присутствует. Я сразу говорю, что мои дети не сразу научились кушать. У них сначала ложка была и в глазу, и в бровях, и на голове каша была. Я имею в виду, когда мои дети учились кушать, это был кошмар. Мы их, знаете, садили вот в этот, знаете, такой вот, ну, ходунок, который, ну, он такой повыше. Ну, те, кто детей имеет, знаете, о чем я говорю. И ставили в угол. Потому что, когда наша дочь или сынуля начинали кушать, понимаешь? И мы ставили, чтобы, знаете, такая, у нас была зона такая, там, где все ляпало, текло, все спадало, все съезжало. И там мы знали, что вот этот угол, это вот дети тут кушать учатся. И мы не говорили, ты что до сих пор ложкой в рот не попал, ну иди сюда. Такого не было. Мы знали ничего. Мы давали мягкую ложечку, пластиковую, с резиночкой, потому что знали, что он врежет себе куда-то не туда. Так наш и Господь, родные мои. Начните хоть что-то делать для Него. Начните конкретно продвигаться. Да, в бровь попадешь. Да, каша на голове будет. Нет проблем. Меня никто не любит. Я думал, что я уже лидер. А тут все против меня восстали. Успокойся. Лидер. Ничего, кашу смоем с головы. Вытрем твою манку с твоих глаз. Вытрем сопли, слюнявчик снимем. Научишься кушать, все будет нормально. Самое главное, начинай. Самое главное, пробуй. Вера же есть осуществление ожидаемого. Я ожидаю, то есть начинай осуществлять ожидаемое. Вера же есть осуществление, то есть действие. Вы все со мной? Действие, действие. Не ожидание, не откровение. Действие. Я хочу сразу вот в этом первом пункте разбить, чтобы никто не походил. А я не получил ведение. А ты вообще что-нибудь пробовал в своей жизни делать? Знаете, кто не получил ведение? Те, кто никогда в жизни не закатил свои рукава и ничего не пробовал. Те люди, хотя бы что-то, если попробовали. Те люди, которые даже дежурными на дверях поставили на энкаунтер или даже ложкой суп там подергали, вы знаете, что, Боже, я призван для этого. Не для супа, я имею в виду. Я имею в виду, чтобы спасать людей. Пусть даже эти спасенные души там кушают твой суп, который ты сварила или сварил, да? Но самое главное, ты знаешь, что ты находишься на месте, где спасаются души. Вы чувствуете, какое, когда мы с вами едем на энкаунтер или, знаете, какое чувство, да, вот внутри? Ты чувствуешь, что как будто ты вот находишься на самом правильном месте на планете Земля. Нигде бы ты сейчас не находился, вот только здесь. Почему? Потому что есть чувство Его воли, которое ты чувствуешь. Ты чувствуешь, что ты находишься в центре Его воли. Люди не имеют ведения, потому что они никогда ничего не пробовали делать. Ученики не говорили Иисусу. Иисус, помните, по двое их рассылал. И они приходят, Господь! И бесы нам повинуются. Знаете, почему бесы повинуются? Потому что они их изгонять начали. Бесы не повинуются, потому что их никто не изгоняет. Вы все понимаете? Я вам серьезно говорю. Все говорят, а кто может изгонять бесов? Все рожденные свыше. Все. Никаких исключений нет. Никаких. Я понимаю, твоя жизнь должна быть в чистоте. Ты не можешь жить в грехе и потом с сатаной, и потом же приходить и там моргнуть ему, и здесь его изгонять. Окей? Ты, такого не может быть. Ты должен, твоя жизнь должна быть в порядке. Но опять, ты хозяин этой земли. Мы с вами хозяева этой земли.
Я вам серьезно говорю, что невесте давно пора навести порядок на этой земле. Мы с вами все какие-то жертвы этого мира, жертвы этой структуры. О, Боженька, спаси меня. Родные мои, когда церковь поднимется, сатана пятый угол будет искать. Я вам говорю, это не шутки, это не лозунги. Я вам говорю реальность, когда встанет настоящая церковь и поймет, что такое Бог, что такое земля, что такое души, которые нам нужно отвоевать, и что такое власть, которую Он тебе и мне дал. Дьявол не будет знать, куда деваться. Ты тут, я тут смотрю, тут еле-еле младенцы только повылупливались, 3 месяца от роду приезжают на энкаунтер. Дьявол, пошел вон! И дьявол вылетает. Я думаю, Боже, если у этого духовного младенца уже столько власти есть, я имею в виду, мужчина может быть взрослый, или женщина может быть довольно-таки взрослая, но я имею в виду младенец по духу. Только родились, и уже бесы вылетают. Можете представить, когда мы с вами войдем в полную власть? Некоторые люди считают это служение, это пик нашего призвания. Родные мои, это только самое начало. Это буква А в нашем большом-большом букваре. Некоторые говорят, вот это. Встречаюсь иногда, знаешь, с людьми, вот вроде взрослые люди, седовласые люди, я имею в виду взрослые люди, по 60 лет. У вас бесы выходят. Я говорю, а у вас не выходят? Значит, они живут там. Им хорошо. Они должны выходить. Болезни должны исцеляться. Потому что мы есть похожие на Него. Там, где Иисус, там не может быть зла, проклятия, нищеты. Он там наводит порядок. Ведение принимается, по вере, родные. Запомните, и я вам честно говорю, сразу, как, если вы чувствуете, что вы для чего-то призваны, начните делать шаг за шагом по направлению к своей мечте. Вы знаете, что Божья воля, чтобы все спаслись, но ты должен найти себя именно в воле. Как это делается? Ты делаешь первый шаг в неизвестность. Мои дети не встали, я уже говорил, они не встали. В один прекрасный момент он встает и пошел. Маленький шкет, 10 месяцев. Все, никаких, ни разу не пошатнулся. Ни разу, все четко пошел. Думаю, ничего себе, молодец, сынуля. Такого нет, не было и не будет. То же самое происходит с нами, когда мы с вами рождаемся свыше. Первые твои шаги будут очень-очень. Некоторые ждут, когда они достигнут какой-то взрослости. До взрослости и возраста невозможно достичь без твоих первых шагов. Окей? Это все равно, что как я вам говорил, да, учиться нырять в пустой бассейн. Вот я учусь нырять. Вот как научусь нырять, тогда воды нальют. Вы понимаете, это парадокс. Ты должен сначала уже учиться. Это все равно, что лежать на кровати и мечтать, что когда-нибудь я пойду. Пойду когда-нибудь. Нет, начни, встань и начни ходить. Это есть элемент веры. Сразу скажу, это один из самых тяжелых элементов, который очень небольшое количество христиан вообще поняли, что ведение принимается по вере. Просто встал и пошел. И Господь тебя благословит. И Господь тебя поможет. Записывайте элемент номер 2. Вот этот момент очень интересный такой. Он мне очень нравится. Элемент номер 2 записывайте. Ведение должно стать личным. Не лишним, а личным. Ведение должно стать личным. Я не могу пользоваться чьим-то ведением. Я не могу пользоваться чьими-то мечтами. Я не могу пользоваться чьими-то философиями, чьими-то рукописями. Я должен что-то заиметь свое. Ведение должно стать личным. Ведение должно стать ремой для тебя. То есть личным откровением. Не чем-то, что ты слышишь, именно ремой. То есть личным откровением. Потому что если лидер слеп или в тумане, и сам не знает, куда он идет, то все его ученики следуют туда же, за ним же. Если лидер слеп, если он ничего не видит, он в тумане, если откровение не стало его личным, он просто услышал, как где-то кто-то именем Павел. Помните, как 7 сыновей первосвященника Скевы, бесов изгоняли, именем которого проповедует кто?
Павел, Петр, ученики Иисуса. Он говорит, мы повелеваем тебе именем, которым проповедует вот тот человек. Они видели, что у него так все прекрасно работает, бесы вылетают. Ну как, беса проявить можно, проблем нет. Но что потом с ним делать? Вы сами знаете, что у нас на энкаунтерах бывают очень интересные концерты. Бесы проявляются, но если у тебя нет власти, то ой-ой-ой-ой-ой. Там должна присутствовать власть. То есть ведение должно стать личным. Ты не можешь изгонять бесов по ведению, которое получил Петр, Андрей, Сергей. Ты не можешь делать какую-то работу, если это не стало твоим личным, частью твоей. Ведение должно стать личным. Матфея 15:14. Запишите место из Священного Писания. Матфея, 15 глава, 14 стих. Смотрите, что говорит Иисус именно о слепоте. Каждый из вас должен знать, куда он идет. Иначе твоя домашняя группа будет точно такая, как ты. Вот какой ты, такая и твоя домашняя группа. Сидим, ничего не знаем. Ждем. Чего ждем? Может быть, сегодня сойдет Дух Святой. Может быть, сегодня что-то особое произойдет в моей домашней группе. Нет, начни вставать и производить что-то особое в своей домашней группе. Начни молиться так, что действительно что-то начнет происходить. Матфея 15:14, здесь написано. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Вы все знаете этот стих. Еще раз прочитаю Матфея 15:14. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». То есть, мы всегда с вами... Я всегда, знаете, как когда читал этот стих, я всегда представлял себе кого-то. Ну, кого-то. Вот идет слепой, и за ним кучка слепых идут. Вот они в яму упали. А потом Бог взял, развернул и говорит, слушай, говорит, это насчет тебя написано. Ой, что, Господь? Да-да, насчет тебя. Если ты не будешь видеть, куда ты идешь, то вся твоя церковь, все, что у тебя происходит, туда же и пойдет. Ты должен четко знать, куда ты идешь. Ничто не должно сбить тебя. Если бы вы знали, родные мои, сколько в мою жизнь всяких пророчеств, откровений, наставлений. Боже, я вам серьезно говорю, вы даже не представите себе. Сколько людей звонят, брат, дай вот я тебе расскажу. А кто вы? В Орегоне живем. Ну, кто вы, представьтесь. Ну, я пастор. А как ваша церковь называется? Ну, я был пастором. Окей, ну, а что вы сейчас делаете? Ну, это, я не насчет этого звоню. Я вот вам хочу кое-что рассказать вам. Я слышал много о вас, и я вижу, что вы неправильно движетесь. Я хочу немножко вас вот наставить, просветить. Знаете, каждый своими словами говорит. Я говорю, нет, кто вы? Я говорю, просвещают только люди, которые уже достигли чего-то. Амин? Ты не можешь там выглянуть из-под матраса и сказать, сейчас я вас наставлю всех. Но, если ты наставляешь... то наставляй, то подними, ты должен быть хотя бы на ступень выше, амин. То есть ты должен что-то знать, ты должен куда-то двигаться. Ты не должен быть слепым. Они слепые, и вожди слепые, и мы движемся. Я бы сказал, если ты будешь слеп, если ты не будешь знать, куда ты идешь, разберись четко, куда ты идешь, и все эти откровения, пророчества, а ты знаешь, а давай вот здесь не будем делать так, давай вот здесь немножко скоротим, а давай сделаем вот так. Давай сделаем вот так. И каждый хочет повернуть, как ему нравится, и как для нашей плоти удобнее. Сколько идей, сколько всяких вещей приходит в жизнь, и в твою жизнь будет приходить. Знаешь ли ты твое направление настолько сильно, что никто не сможет тебя сбить? Из нашей команды люди тоже некоторые... Звонили, говорят, вот я чувствую, что нам нужно идти туда. Я говорю, а я не чувствую, что нам нужно идти туда. А вот мне Господь сказал. Я говорю, а мне уже давно тоже Господь сказал. И каждый хочет, знаете, вот опять это все тесты, чтобы проверить на то, способен ли ты держать то, что Бог тебе дал. Он тебе даст ведение, он тебе даст цель, и потом он проверит, насколько ты укреплен в этой цели, насколько тебя невозможно пошатнуть. Написано, что здание, всякое строение будет испытано. Вы все со мной? Оно не может быть будет испытано,
Не, может, когда-нибудь будет испытано? Написано, каждое здание будет испытано. И поэтому смотри, как ты строишь, написано. Если здание будет построено там из глины, соломы, помните, да, песка, и тут, все это смоется. И дело сгорит. То есть, каждый из нас дело будет проверено, родные. Если лидер или служитель лично не получил ведение, рано или поздно любой провал или неудача заставит этого лидера оставить ведение. Я уже наблюдал не раз, даже у нас, наблюдал раньше, когда человек движется на эмоциях. Знаете, почему мне нравится сейчас наш период времени, период церкви? Потому что я вижу реальность. Знаете, что такое есть, когда приходят эмоции? Все на эмоциях, все на эмоциях, все на эмоциях. Так классно, так хорошо. И потом Господь говорит, оп, и убирает. Опс. А здесь мы уже проверяемся, кто мы есть. Что Он в тебе сделал? Тест проверяет. Если лидер или служитель лично не получил ведение, лично не утвердился в своей вере, лично не получил рему от Бога, сразу вам скажу, первая атака на этого служителя пошатет его, и он поменяет направление и пойдет туда, как там эта пословица, «Куда ветер дуе, туды я хилюся, бо я всех боюся». Понимаешь? «Куда ветер дуе, туды я хилюся, бо я всех боюся». Почему? Потому что, а зачем мне воевать против этого служителя? Он же такой хороший совет дает. Окей, пойдем, как ты скажешь, пошли. Окей, тут еще один братишка позвонил и сказал, а вы не туда идете, вот можете вот сюда направить, здесь лучше, мы там были 50 лет назад, и там было хорошо. Окей, а почему сейчас нехорошо? Окей? Окей, давайте попробуем, что у вас там было. И мы пытаемся, знаете, создать какой-то микс. Что-то изобрести, слушая всех. В этот период тебе нельзя слушать всех. Тебе нужно слушать Слово Божье. Тебе нужно четко знать. И если ты не утвержден, еще раз говорю, если ты не утвержден в ведении и не имеешь четкой веры, куда ты идешь, твое здание пошатнется и разрушится. Я вижу, как каждого одного за одним, каждого служителя, я вижу сейчас Бог испытывает. Каждого из вас. Я по вашим глазам вижу. Окей? Каждый из вас, я встречаю воскресенье, смотрю, шатается, стоит, значит, что-то есть серьезное. Другой, пошатался, алло, упс, унесло. Что произошло? Легенький слишком. Ветер сильный. Откровение хорошее. Да нет, это меня не сдуло. Это просто ветер был сильный. Классно, это сила. Просто ветер сильный. Просто ветер сильный. Я просто не выдержал. Ну. Нет. Ветер не сильный. Это ты просто слабенький. И ничего не имеешь серьезного. Поэтому, когда приходит что-то серьезный шквал, о, родные, на эмоциях, на шару, мы все крутые и помазанные. Мы все бесов гоняем на кучу. А, навалились на бедную девчонку. Ну, там, да, было там пару бесов. Нет, не ходи. А когда дома один на один, тот же самый дьявол сидит. Война совсем по-другому разворачивается. Не хочу туда запрыгивать, бо это другая тема. Совсем другая война разворачивается. Тут ты такой смелый, топчешь, бедный дьявол уже... Волос на голове не имеет. А когда приезжаешь домой? Как мы их откармливаем дома иногда. Ой, Боже. И смотрите, да? Если ведение не утверждено в тебе, рано или поздно первая стычка с серьезными вещами, первая стычка с чем-то серьезным, с атаками или неудача, какая-то неудача произошла в твоей жизни, ты сразу выпадешь с ведения, потому что оно не было в тебе. И иногда смотришь на человека, смотришь в глаза ему, родной, родная, сколько? Ты что? Я? Да я не знаю, я не понимаю ничего. Вот так произошло. Упс. А другие, может быть, мало говорили, но они зубами держатся. И они знают, что их время придет.
их время придет. То есть, если ведение чье-то, то ты в нем долго не протянешь. В чьем-то откровении, в чьей-то вере, в чьем-то ведении долго невозможно существовать. Потому что рано или поздно ты скажешь: мне надоело это все. Мне надоело быть в чьем-то. Но когда оно твое, тебя невозможно будет остановить. Я уверен, что некоторые из вас понимают меня, некоторые нет. Но я вам говорю еще раз, что то ведение, которое захватило меня, я вам уже говорил, что я когда ехал, да, и молился о ведении, я думал, что я получу ведение. А оказывается, что ведение просто получило меня, как одного из служителей, которым... И я уже, это не мое ведение, это его ведение. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вы все за мной. Я не живу для себя, я не живу для меня, я живу для Него. То есть для того, для тех людей, которым Он меня посылает. Он мне говорит: поститься, я послушный раб, я пощусь. Молиться, молюсь. Говорит: едь туда, к этому человеку. Говорит: едь туда, к этому человеку. Я как послушный человек откладываю всю свою жизнь, ставлю на паузу и еду, делаю его дело. Потому что уже не я живу. Когда ты еще воюешь, противостоишь, там дерешься что-то, пытаешься корчить что-то, нет, Господь, ты еще не умер. Но когда ты получишь его, когда оно получит тебя, ведению ты не сможешь. Если кто из вас находит себя еще в таком периоде, когда ты еще противостоишь ведению, то ты еще не полностью, оно еще не полностью захватило тебя. Когда оно полностью захватит тебя, противостоять этому невозможно. Ты будешь делать то, что Он тебе говорит. Как, знаешь, как говорим, идем в неделю в пост. И такие, знаешь, сразу такие, ну, взгляды, стоны такие. И там две недели. Потому что мы знаем, что эта бедная наша плоть будет переживать. Боже. Понимаешь? Но когда действительно ты понимаешь, что когда мы пойдем в эту сферу, и когда мы перейдем на новый уровень, что-то новое изменится. Это ведение. Я вам даже не могу объяснить. Оно становится твоей частью. Оно становится твоим фрагментом. Это уже не ведение и ты. Это уже одно целое. И то, что Он хочет делать, ты только скажи, Иисус. Только скажи, только одно твое слово, любимый Иисус. И я сделаю. Дьявол боится таких людей. Потому что, когда ты получил ведение, и ведение получило тебя, ты не можешь противостоять Божьему призыву. Ты просто идешь и делаешь. А Бог одних людей приводит, других людей уводит. Каждый новый уровень, мы приобретаем новых людей, конечно, намного больше, и всегда отсеивается что-то. Я очень против отсева. Я очень против потери даже самой маленькой души. Но я знаю, что это необходимый процесс. Потому что не всем с нами по пути. Вы все со мной. Как я вам говорил в это воскресенье. Как я говорил в это воскресенье, что когда мы уже с вами набрали темп, эта церковь, пусть она будет совсем маленькая, младенческая, мы уже набрали темп с вами. Темп набран. И когда люди подскакивают в церковь, и они не могут схватить, они не могут, они просто отпадают. Но мы не можем останавливаться для них. Вы все со мной? Остановиться, успокоиться. Вот теперь мы всех наберем. Не наше дело. Сколько мне люди говорят: перестаньте махать прапорами. Серьезно? Перестаньте вот то прыгать и скакать. Перестаньте вот то бегать. Перестаньте, да, смеяться. Падать перестаньте. Елеем мазаться перестаньте. Я говорю: ну, все тогда. Говорю: зачем мне тогда церковь такая? Я говорю: мы будем такие же, как вы. Тогда и церковь не стоит другую иметь, я просто приду к вам. Зачем? Вы понимаете, да? Зачем все менять? Она уже есть. Я просто пойду в нее, и все. Там, где ничего не делают, ничего не хотят и никуда не идут. И мне так прискорбно смотреть на людей, которые сидят: а мы никуда не пойдем. Мы будем молиться в этой церкви. Господи, я верю, придет прорыв. Дудки. Не видел никогда прорыва, никогда. Назовите мне хоть одну церковь, которая с вот этого уровня ракета взлетела. Нету. Не видел. Покажите, назовите. Дайте телефончик, позвоню какому-нибудь пастору, спрошу методы ваши.
Новое вино, любимое, наливается только куда? В новые мехи. В новые мехи. Вот, я получил откровение. Я буду стоять здесь до смерти. Все, можете гроб заказывать, потому что там точно ничего не будет. Смерть будет, а ничего не произойдет. Знаете, почему я это говорю? Потому что я был одним из этих людей, которые пытались сидеть в старом несколько лет и пытались изменить систему. Зачем тебе менять систему? Когда ты можешь просто или пойти в уже систему, где все существует и работает, или помолиться и открыть то, что Бог тебе полагает на сердце, если нет такой системы, которая тебе нравится, чем сидеть и мучать, изобретать, пришивать, воевать с кем-то, с теми, с кем ты никогда в жизни не сможешь ничего там сделать. Я видел людей, которые были вырваны из системы. Иисус не пришел к фарисеям и сказал: «Все, ребята, напрягаемся, будем вот эту синагогу покорять вере». Аллилуйя. 2 недели пост, ребята. Все, эта синагога наша. Все, 7 дней будем окружать. Несите трубы, флаги будем махать, кричать. И мы с этих фарисеев харизматов сделаем. Бубенцы принесем и трубы принесем. Все, мы посадим их на Иисуса. Вы понимаете? Нет. Но нет, не было такого. Он пошел, выбрал рыбаков, лоботрясов, мафиозников. Собрал и сказал: ребята, с вами мы сварим кашу. А туда не ходите. Все со мной? Берегитесь закваски фарисейской и иродовой. То есть, Ирод представлял собой государство, а фарисейство представляло собой структуру церковную. И Иисус сказал: берегитесь закваски иродовой, то есть государственных приколов всех, и фарисейской, которая сведет ваше помазание в ноль. Потому что когда ты пойдешь в ту церковь, тебе всегда кто-то будет вымогать идти на компромисс. Сестричка, вот ручки не поднимай, пожалуйста. Ты знаешь, что тут стоит сестричка. Как я ненавижу этого беса. Я стоял в церкви, поднимал руки. Не было церкви нормальной. Не было просто нормальной церкви. Я поднимал руки и говорю: Господь, я хочу. Поднимаю. Смотрю, кто-то мне... мои антенны сламывает. Я тут поклоняюсь. Кто-то мне так... я так разворачиваюсь. Дедуля. Братик. И знаешь, и он не воевал со мной. Иди, я тебе что-то скажу. Я говорю: окей, дедушка, погляди. Братик. Там стоят сестрички. Они чего не понимают. Не поднимай руки. Говорит, у нас так не роблят. В тишине, в спокойствии. Понимаешь? Знаешь, что будет там? Не они поднимут руки, а ты протянешь ноги. Я вам серьезно говорю, я не шучу. И руки опустишь, и ноги протянешь. Потому что систему даже сам Иисус не пытался поменять. Мол, не было такого. Он не сидел со старых мешков, вытрусывал все вино и говорит: ничего, ребята, получится. Посмотрим. Может, не треснет. Треснет. Знаете, почему в старые мехи не наливалось новое вино? Потому что новое вино бродит очень серьезно. И мех должен иметь, был, знаете, эластичность, да, flexibility по-американски, эластичность. Старый мех, он уже от погоды сделался крепким, вино перебродило, и оно просто уже настаивалось. И когда новое вино наливали, закрывали, оно трескало, давало трещину и пропадало все. И то, и другое. Поэтому Бог этими вещами не занимается. Сразу скажу, они не сатанисты, они не принадлежат дьяволу. Это наши братья и сестры, просто которые были спасены в то время, в то поколение. Мы занимаемся нашим поколением. Вы все со мной? Они идут на небо, они спасены, пусть их Бог благословит. Написано, что кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что мы все его дети. Может, мы на земле друг друга не понимаем, но мы все дети. И я ребенок со своими причудами, и у него свои дети тоже со своими причудами. Понимаешь? И поэтому мы все его дети. Просто нам нужно научиться жить вместе и достигать нашего поколения. Окей? Ведение требует великого посвящения. Ведение требует великого посвящения. Нет, нет, это все второе. Это все ведение должно стать личным. Ведение
должно стать полным. Ты должен полностью посвятиться. Ты не можешь просто так вот... Я вам честно скажу, сколько я видел людей, которые под шумок с тобой бежали, но как только начиналась реальная атака, реальный пресс, реально дьявол начинал конкретно... Вы все понимаете, о чем я говорю. Вы уже, те, кто здесь вот с начала этой церкви, вы уже были в атаках таких, которых вы не были никогда. И в благословении вы были в таком, в котором вы не были никогда. Потому что это поле битвы. Ты скажешь, раньше у меня таких атак не было. Ты Бога раньше ты так не знал. И благословений у тебя таких не было. Ничего не было. А благословение всегда ровно пропорционально атакам. Вы все мне? Со мной согласны? Понимаете? Когда у Иисуса были огромные чудеса, и Он совершал великую славу, ходя по земле, и атаки были соответствующие. Также дьявол его хотел и поймать, и подкупить, и сделать, и опорочить имя его, и убить. И Иисус, когда проповедовал, его убить хотели. Нас еще не хотят убить. Окей? Значит, мы еще не служим так, как должно. Вы все со мной? Когда нас захотят убить, расстрелять, повесить, уничтожить. Но я слышал только фразы, ну, в мою сторону такие. Но никто еще, ну, конкретно, ну, не хотел меня убить. Но я знаю, что я еще не там, окей? Поэтому я серьезно говорю, что мы с мамой, я не шучу, когда это говорю. Я имею в виду реально. Когда я знаю людей, я знаю Сизара Кастеланоса, в котором до сих пор стоит, до сих пор еще в нем три пули. Один раз он умирал, три раза его расстреливали. Сизар, который получил это ведение G12, которое я вам рассказываю, он заплатил огромную цену. Три раза он был расстрелян, один раз был подрезан, и у него до сих пор в его теле находятся еще три пули, которые невозможно достать. Его с автомата расстреляли, остановилась машина, там мафия, знаете, да, о чем я говорю, там Колумбия, там серьезная организация. С двух сторон подъехали мотоциклисты, если у кого книги есть, вы можете эти книги, все в книгах описано. Два мотоциклиста остановились по сторонам и выпустили вот эти два рожка в него полностью, всю машину в дырах. В жену попала, по-моему, одна пуля сквозная. И одна застряла, одна сквозная, но ее нормально все. И у него было, короче, семь огнестрельных ранений. Короче, четыре пули с него достали, а три пули так и не смогли достать. Я вам скажу серьезно, что если мы с вами хотим служить Богу, то я не говорю о том, что вас будут расстреливать. Я ни в коем не хочу вас пугать. Я имею в виду, что когда мы с вами действительно служим Богу по-настоящему, то нас по-настоящему дьявол захочет убрать из этой земли. Вы все со мной? За ним не идут сотни, родные мои, за ним идут миллионы. Окей? И не просто идут, а радикально меняются жизни. Окей? Я не превозношу людей никогда. Сизар — это человек, которому просто Бог дал это ведение. Но он уплатил огромную цену за это ведение. Вы все со мной? И если мы с вами хотим, чтобы это ведение стало нашим, то нам придется уплатить какую-то цену тоже. Пусть словесно, пусть нас, может быть, не подрежет никто, пусть нас, может, не расстреляет никто. Но словесно, я уверен, вас и режут, и стреляют. Все только не происходит, окей? Поэтому я вам серьезно говорю, что ведение требует великого посвящения. Под шумок двигаться невозможно. Под шумок. Ширк. И под шумочек там. Чуть-чуть там сделал, чуть-чуть там сделал. Ой. А потом атаки начинаются. А атаки-то не под шумок начинаются. Послужить можно под шумок, но дьявол-то тебя не расценивает под шумок. Он атакует тебя реально. И поэтому, если ведение ты не имеешь конкретно, ты просто быстро, очень быстро выскочишь из этого. Или наоборот, когда ведение стало твоим личным откровением, тебя не остановит никто и ничто. Так же само, как и учеников Иисуса Христа. Представьте, насколько было ведение в их жизни, когда Петра хотели распять, он даже сказал, не вздумайте меня распинать, как Иисуса, распните меня вверх ногами. Их варили в масле, побивали камнями. Другими словами, с ними делали огромные, ужасные смерти, кого сжигали на огне. Другими словами, что только один Иоанн, любимый ученик Иисуса, один он умер своей смертью. Все остальные были уничтожены, заживо уничтожены, растерзаны, сожжены и распят. Я имею в виду, что и никто из них не сказал. Знаете, обычно, когда приходит опасность, ты сразу говоришь, о, that's okay, я пошутил, я ничего не имею против. Не надо. Знаешь, когда дело идет до плоти твоей, ты там уже, о, не надо, это все нормально, уже, знаешь, там предать кого угодно готов. А здесь нет, ребята не предали. Потому что ведение, если оно настолько живет в тебе, настолько сильно оно в тебе находится, что невозможно его остановить. Это как вирус, который попадает в тебя. И дьявол... Я серьезно говорю, что дьявол настолько сейчас вот расстраивает даже мои встречи с людьми,
с некоторыми, звоню, все, люди назначают appointment, все, будем. И я знаю, что если эти люди, дай мне им буквально, мне с ними побыть наедине полчаса, у них разум другой будет. Почему? Потому что я знаю, кто живет во мне. Вы слышите меня? Я просто не сижу за чайником. Как у тебя дела? Хорошо, у тебя нормально, как жизнь? Да, нормально. Я не разговариваю. Когда я начинаю говорить, точно так и вы, когда вы действительно в Боге ходите, вы понимаете, да? Ты начинаешь говорить, и этот человека меняет. Каждое слово меняет человека. И дьявол, смотрю, не получилось. Мне аж смешно, говорю, дьявол, гля, он настолько делает, чтобы не встретились люди или с вами, или со мной, разницы нет, потому что они знают, что когда это семя попадает, жизни людей меняются. Аминь. Когда Танюша, помнишь, да, со Славиком, помнишь, вы приехали к этому, к Володе? Помнишь? Да. Помнишь этот коротенький разговор? Помнишь, что с тобой произошло после этого разговора? Понимаешь? Дьявол боится. Вы понимаете? Дьявол знает, и они приехали, поговорили, чай попили. Сейчас они здесь. Прошли энкаунтер, и Бог радикально изменил всю семью. Почему? Потому что невозможно ходить с Богом и не менять жизни людей. Вы все со мной? Я вам скажу, что это никто из нас не особый, мы все одинаковые. Когда ты ходишь с Ним, все, что ты говоришь, меняет судьбы людей. Меняет судьбы. Тебя одни будут ненавидеть до белой горячки, другие будут тебя любить. Окей? Хорошо, у нас очень мало времени. Первое. Ведение должны принять по вере. Ведение должно стать, второе, личным откровением. Третье, записывайте, последнее. Ведение заставит тебя оставить комфорт. Ведение заставит тебя оставить комфорт. Сразу скажу, если кто-то думает, что он с собой может, знаете как, сохранить все. Свою комфортную жизнь, свой мягкий диван, свой классный телек, свои любимые программки, свои любимые книжки. Родные мои, с многими из этих вещей каждому из нас придется распрощаться полностью. Иисус и все его ученики полностью оставили комфорт. То есть, все, на что опираешься ты и твоя плоть. Жизнь лидера – это ходатайство, посты, молитвы, духовная брань и так далее. И тому подобное. Жизнь служителя – это война. Я знаю, что вы выбрали путь нелегкий. Я знаю, что в эту школу записались только те, которые действительно хотят выйти отсюда служителями. Людьми, которые будут вести за собой людей. Не обращай внимания, когда тебе кто-то говорит, кто ты такой. Вы посмотрите, родные мои, а Бог именно тебя избрал. Бог именно тебя призвал. Ему не важно твое лицо, ему не важно твой возраст, ему не важно твой рост, ему не важно твое влияние, которое ты имеешь сейчас. Он избрал каждого из вас, чтобы мы с вами произвели эффект на нашу нацию. Чтобы каждый из нас, каждый из вас уникален. Вы даже не представляете, одному не под силу взять. Но только всем вместе мы с вами можем поднять это. Только все вместе, взявшись за руки. И то, что мы с вами разного направления, разного возраста, даже с разных деноминаций здесь сидим, это уже прекрасно. Я влюблен в нашу церковь, потому что в нашей церкви все деноминации, которые я знаю, я имею в виду протестантские деноминации, и все они живут в мире. Почему? Потому что Господь нас сделал всех христианами. Амин. И знаете почему? Почему так происходит? Потому что Бог избрал каждого из вас. Потому что у каждого из вас будет индивидуальный подход именно к вашей категории людей. Вы все со мной? Я никогда не достигну тех людей, которых достигнете вы. Меня они, может быть, не послушают, но вас они послушают. Кто этот пацан? А потом, она точно, если она там, значит там что-то серьезное. Слышали такие слова? Окей, эти люди просто так сюда не попадают. Мы с вами только начинаем. Матфея, 4 глава, запишите, 17 стих. Матфея, 4 глава, 17 по 22 стих. Матфея, 4 глава, 17 по 22 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас оставили сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их.
починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Мне нравится, когда Иисус избирает людей, избирает своих учеников, да? И люди просто выходят из комфорта. Выходят из комфорта. Я вам сразу скажу, что когда вы станете на этот путь, забудьте за комфорт. Но я вам скажу также, что каждый раз, когда вы будете ложиться спать, каждый раз у вас будет улыбка на лице вечером и улыбка на лице утром. Потому что вы знаете, что ваш день не прожит был напрасно. И когда вы просыпаетесь, у дьявола сигнализация срабатывает. Потому что что-то сегодня опять произойдет. Аминь. Я настолько рад, знаешь. Мы с вами вот сейчас сосредоточены на церкви. Но если бы вы знали, родные, если бы вы знали. Я даже всего не знаю. Я только слышу разные отголоски. Сколько происходит вещей за церковью, вы даже не можете представить. На наших дисках, на наших дисках сидит весь Вашингтон. Я вам серьезно говорю, я не шучу. Я в шоке просто, когда мне люди звонят из тех церквей, в которых я точно не знал, что там диски, точно. Мои диски. Туда. Смотрю, все присели. А у вас еще есть? Есть. Они сюда не придут, но постоянно все это едят. Почему? Потому что у Иисуса было сколько тайных учеников, которые просто боялись за свое имя, но не так, где-то ночью, где-то там что-то, то диск у Иисуса там украдут, то видеокассету, то где-то там под шумок придут где-то посмотреть. Родные, вы даже не знаете, сколько эффекта за церковью, сколько вещей происходит за церковью, которых мы не видим, не слышим. Один веб-сайт что только делает, Бог мой. Люди сейчас на Украине питаются тем, что Бог сделает здесь. Серьезно говорю? Я столько всего слышу, и то, это только маленький фрагмент. Опять же я говорю, что Бог делает много. Не смотрите, не будьте, знаете, узкого такого направления. О, ничего не происходит, родные мои, все только начинает происходить. Только начинает, это только был первый поток, первая вспышка, первый шаг. Бог сейчас закладывает фундамент. Он утверждает вас. Радуйтесь, что вы были в первом потоке. Вы, которые понесете на себе тысячи, родные мои. Вы, которые потянете тысячи за собой. Вы говорите, кто я? Да, ты. Ты. Все мы одинаковые. Все мы понимаем так. Все мы были. Вы думаете, я какой-то особенный? Да никогда в жизни. Никогда в жизни. Самый простой из всех простых. Серьезно. Не родился ни в какой классной, какой-то крутой, зажиточной семье, без отца выросший, постоянно по шее давали. Я же вам говорил, что бегать хорошо от этого научился. Бегал классно. Понимаешь? Я имею в виду, что ничего не способствовало к моему развитию, у меня не было ни на кого было смотреть. А матери никогда не было, потому что она работала там в две смены, там, то там, там на базаре, то там в ночную, там в травматологии, там зашивает разбитые морды. Понимаешь? И я имею в виду, что я серьезно, я вот вырос серьезно один. И я благодарен Богу, что Господь просто, знаете, вел так. И ничего, никто не мог сказать, ты закончил институт, ты закончил троечник натянутый. Я вам серьезно говорю. Обыкновенный человек. Ничего не могло способствовать тому, чтобы я там был каким-то великим или что-то. Но я знаю, что когда в меня попало это семя, когда Он призвал тебя, мы есть новое творение. Вы слышите? Все, забудьте, что ты был. Ты отличник был, или ты двоечник, или ты там троечник был. Никакой разницы нет, все стерто. У Бога есть новое для тебя. Каждый из вас это служитель, это лидер нового движения, лидер нового поколения. Люди, которые понесут на себе множество людей. Самое главное, не сдайтесь. Самое главное, скажите Богу «да». Пройдите эти тесты, пройдите эти вещи, пройдите эту боль. Не дайте дьяволу сломить вас на чем-то. Никто не достигал ничего легко. Тяга к комфорту уничтожит твое призвание. Когда выходил он в путь, давайте запишем, Марк 10 глава, 17 и 23 стих. Марка 10, 17, с 17 по 23 стих. Когда выходил он в путь, побежал к нему некто и пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай
не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему вот этот: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. О чем здесь говорится? Здесь говорится о юноше, который не смог отложить комфорт ради призвания. Вы все со мной? Было призвание конкретное. И Иисус только 12 учеников звал за собой. Только 12. Все остальные просто следовали за ним. 12 вы знаете. И это был 13-й, которого он звал. В Библии больше не описано нигде, кого он звал. Это ученик, которого Иисус звал. И лично моя такая вера, это не теория, это не мое новое, не моя новая заповедь. Я верю, что это тот ученик, который должен был заменить Иуду. Потому что зачем Иисусу 13-й ученик? Это такая моя маленькая мысль. Знаете, просто мне так кажется. Потому что Иисус никогда, он никогда не говорил: «Оставь все и следуй за мной». Только своим ученикам он сказал: «Оставь все и следуй за мной». И они бросили: «Оставь все и следуй за мной». Они бросили. И подошел к этому юноше и говорит: «Оставь все и следуй за мной». Юноша сказал: «Но». Он не смог. Родные мои, комфорт может уничтожить твое призвание. Будьте очень осторожны. Авраам также оставил все, но он не оставил это на 90%. Если бы Авраам оставил там на 90%, сказал: «Да нет, я не хочу уходить там из Ура Халдейского, все мне нормально, я здесь привык, все хорошо». Давайте прочитаем это место. Бытие 12 глава, с 1 по 5 стих. Бытие 12, с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей и от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую». То есть Авраам оставил все. Господь ему сказал: «Оставь и выйди». Он оставил и вышел. Когда Бог призовет каждого из вас, я уверен, что всех из вас Господь призвал, вы должны оставить все. Вы помните эту тему, который я говорил в прошлый раз, что цена твоего призвания, кстати, она там есть, можете взять, в прошлый раз все разобрали, не досталось, можете взять этот диск. Это действительно была тема с неба, знаете, которая мою жизнь изменила. У тебя, ты уплатишь, каждый из вас уплатит цену за свое призвание. Человек с ведением становится очень опасным для дьявола. Сами задайте себе такой вопрос. Что опасней? Слепой человек, стреляющий в никуда, и человек, который видит, куда он стреляет. То же самое человек с ведением и с целью. Человек без ведения – это человек, который имеет заряженный пистолет и завязанные глаза. Его покрутят и скажут: «Стреляй в цель». Я вам даю гарантию, он никогда в нее не попадет. Но когда человек видит, ему скажут: «Стреляй», он четко знает, куда будет стрелять. То же самое – это цель, то же самое – это ведение. Ты очень опасен для дьявола. Ведение, сразу вам объясню такой момент, это не энкаунтеры, это не домашние группы, и это не школа лидеров, это не ведение. Ведение – это состояние твоего сердца, то есть сострадание к погибающим и желание спасти всех, кого ты только можешь. Энкаунтеры, домашние группы, школа лидеров, школа G12, все, что мы с вами проходим, да, разные пост-энкаунтеры, это не есть ведение. Это есть система. Можете записать. Это есть система. Или Божий метод для достижения этого ведения. Ведение – это жажда спасать души. Это все равно, что я хочу выкопать котлован. И мне нужна лопата, амен. Лопата – это не есть цель. Все со мной? Котлован – это есть цель. Лопата – это есть инструмент, которым я выкапываю котлован. Окей? Или яму. То же самое. Некоторые люди говорят: «О, я видел,
G12 это такое что-то классное. И он чисто, он схватил лопату и гоняется с лопатой. Какая красивая лопата! У меня она тоже есть, я ее тоже купил. Но ты не понял. Некоторые люди, я получил ведение. Купил книжку G12. Родной мой, у тебя должна быть уже жажда выкопать яму. Вы все со мной. Уже жажда вырыть, но ты рыл руками, и ты не знал, как ее вырыть. У тебя не было успеха. И здесь приходит откровение, лопата. И ты хватаешь эту лопату и говоришь, слава Богу за эту лопату. Но не лопата есть моя цель. Многие наслаждаются лопатами по сей день. Ой, у меня тоже чуть-чуть детвел есть. G11. Да, не дотянем мне чуть-чуть, но уже есть. Родные мои, некоторые говорят, о, G12, забудьте. Ведение это спасать души. Амин. Спасать души. Забери у миллионера все деньги, и через короткий период времени он опять станет миллионером. Или дай бомжу миллион, и через короткий период времени он опять станет бомжом. У миллионера забери миллион, потому что миллионер – это не есть состояние кошелька, это состояние ума. И бомж – это не есть того, что ты ему дашь миллион, это уже испытывали, человек выиграл лотерею. И через буквально год он опять садился на улицу, опять был в потрохах. Почему? Потому что это состояние ума. Вы слышите меня? Состояние ума. То есть ты должен спасать души, ты должен хотеть это делать. И Бог даст тебе метод, как достигнуть спасения душ. Не сосредотачивайтесь на вот этих всех вещах. Сосредоточьтесь на спасении. А Бог тебе даст метод и вложит тебе метод, как спасти эту нацию. Вы все понимаете, о чем я говорю? Метод. Метод.